На Вінгродінській області на телеканалі «Білорусь-4». У студії Маргарита Валюкєвіч. Вітаю вас! Сьогодні у випуску. У Гродні від скрижування з вулиці Совєтських пограничників до Нового моста закрито рух усіх видів транспорту за укладки асфальту. У Приньомані у 2022 році було реалізовано 14 проєктів переможців конкурсу громадянських ініціатив. Черговая серия зачетного разговора прошла с уделом первого секретаря ЦК БРСМ Александра Лукьянова и спецкора СБН Людмилы Гладкой. Важно, каб законодавчая и выканаўчая улады не только примали решения, необходимые для выполнения поставленных прямых задач, але и стали крыницей конструктивных идей, органам, через які инициативы громадян будут подтриманы и реализованы для консолидации громадства и дальнейшего развития региона и Беларуси в целом. Такая думка прогучала от Владимира Караника, старшини облвыканкама, який принял удел у 57-й сессии областного совета депутатов, присвеченной подведению выников за 2022 год. Татьяна Грышук расскажет. На повестке дня справоздача об выполненной работе президиума, взаимодействие мясового керования и самокирования по выкористанию громадянских инициатив с метой развития территории, об деятельности молодежного парламента и основных мероприятиях областной ассоциации мясовых советов депутатов. Але найперш об бюджете. Как прогучало, 2022 год у целом склався становча, забезпечено не только его выполнение, але и больший профицит, чем планировался першопочатково. Выполнены все социальные обязательства перед громадянами. От нашей совместной слаженной работы зависит устойчивое развитие нашей страны. Здесь особую надежду мы, конечно, возлагаем на депутатский корпус. Это возможность дойти практически до каждого гражданина, до жителей каждого населенного пункта, для того, чтобы довести те тенденции, которые есть в обществе, для того, чтобы стать проводниками государственной политики. Со справоздачных моментов 2022-го в области реализовано 14 проектов, визуализация некоторых была проставлена на выставе, организованной у облвыканкаме, которые стали переможцами конкурсу громадянских инициатив. На их летать было выделено 300 тысяч рублей. У первую чергу поддержку отримовывали идеи, накированные на развитие родного краю, доброупорядкование территорий. Подведем итоги очень важного мероприятия на выделенные деньги. Президентом через Банк развития мы провели 14 проектов по всей нашей области. 2 проекта это в городе Гродно и 12 проектов по району. Это проекты оздоровления, спорта, отдыха, детские площадки. 8 лично готовились, ну конечно за деньги, которые выделили им, это сельские советы нашей области. Еще один напрямок деятельности – вырашение социальных проблем на мясовом узровне. Как прогучала задача мясового керования и самокирования – зменшить разрыв у якости життя городского и сельского населения. И тут говорка, например, об створении адукационного и культурного осяродия, популяризации здорового ладу життя и возможности заниматься спортом и не только. Качественная работа на местах местного управления, самоуправления. Здесь большую роль играют и старосты деревень, и представители общественности. Это встречи с населением в большом количестве, в маленьком. Это проведение диалоговых площадок. И работа, конечно, с молодежью. И видя о том, что наши люди, в принципе, инициативные, их только нужно увлечь, определенные идеи повести за собой, такое количество проектов становится больше и больше. Задача депутатов – это прежде всего определять политику государства. Сегодня Республика Беларусь – это независимое государство, которое ведет свою социальную политику. У нас социальная направленность бюджета. И поэтому депутаты как раз-то стоят на страже этого. Мы сегодня встречаемся с коллективами, встречаемся
с людьми. До нас доходят те вопросы, которые, может быть, не так оперативно решаются местной властью. Мы их корректируем и стараемся этот вопрос решить. Мы много решаем вопросов, и прежде всего это сегодня и благоустройство территорий. Сегодня за прошлый год только по нашему местному сельскому совету на 1,5 миллиона было положено асфальтированных дорог, ограждение кладбищ и благоустройство всех населенных пунктов. Сегодня ведется хороший социальный проект. Это станция второго подъема в городке Озёре для обезвреживания воды. Поэтому мы тоже это вопрос, который требовал свое разрешение уже не один год. На сегодняшний день он решен. Як было подсумовано, ідеї і проекти, які знайшли адлюстрування у житті у 2022-м, адрознівали високий узровень взаємодіяння жихаров регіона і улади. Такі тон супрацовництва буде заховане і у 2023-м. Гэта стане залогом поспяхового долучення громадян до громадсько-політичної, соціально-економічної, культурно-адукаційної діяльності. Як прогучало, у регіоні планується активне розповсюджування ліпших прикладів місцевого самокерування і громадянських ініціатив. 40% – такий показчик перепрацовки твердих комунальних відходів, які трапляють на Гродінський сміттєсортувальний завод. Досягнути такої планки в область змогла одна з перших у республіці. На даний момент перед регіоном стоїть задача реалізувати другу частку проєкту по перепрацовці відходів, яка предугліджує будівництво витворчості РДФ-паліва. Воно буде використовуватися на одній з ліній ААТ «Красносельськбудматеріали». Дякуючи гэтаму, да 2025 года перапрацоўка цвёрдых камунальных адходаў у Прынёмані павялічыцца да 65%. У прыватнасці, такія задачы да рэалізацыі ставіць праграма «Камфортнае жыллё і спрыяльнае асяроддзе», разлічаная да 2025 года. Падрабязнасці ў рубрыцы «Каментары дня». Все задачи на 2023 год они определены в рамках заданий, показателей программы «Комфортное жилье и благоприятная среда». Актуальными остаются вопросы обеспечения качественной питьевой водой, капитального ремонта жилищного фонда, благоустройства, содержания улиц населенных пунктов, в том числе и покрытия улиц населенных пунктов, реконструкция дворов, очень много других мероприятий. Особое внимание в этом году будет уделено, повторюсь, дорогам, улицам населенных пунктов и ремонту кровель. Глава государства критиковал неоднократно состояние кровель, и мы будем дополнительно выделять в этом году деньги, которые будут направлены именно на эту работу, и мы ее будем подтягивать, дабы вот эти запросы граждан по этим вопросам снять, решить и двигаться вперед. Работа в целом по обращению с твердыми коммунальными отходами в городе Гродно, она ведется уже не один год на достаточно высоком уровне. Таким переломным моментом было строительство контейнерных площадок и заваривание мусоропроводов. Безусловно, под это уже готовилась вся инфраструктура, в том числе был построен мусоросортировочный завод, приобретена необходимая техника, в том числе и контейнеры, мусоровозы. И уже благодаря, только благодаря этому использование твердых коммунальных отходов уже перевалило в городе Гродно 40%. Сейчас мы заканчиваем реализацию второй части проекта. Это строительство производства РДФ-топлива, которое будет использоваться на уже построенной линии в ООО «Красносельстройматериалы». Благодаря этому мы выйдем на цифру 65% использования твердых коммунальных отходов. Я думаю, что Гродно действительно будет держать вот это знамя лидера в этой сфере. Но и останется у нас решить вопрос с органической частью отходов. Прорабатываются различные подходы как в стране, так и в городе. Я думаю, что все шансы решить задачу по использованию 65% отходов к 2025 году у Гродно есть, а тем более есть и шансы, чтобы к 2035 году у нас стоит такая задача использовать 90% твердых коммунальных отходов. Повторюсь, что мне видится, что Гродненский регион, именно город Гродно, в этом направлении является сегодня лидером в стране. Сегодня концепция стоит в том, чтобы у нас были построены сортировочные центры, заводы межрегиональные, и только при них сохранились полигоны. Мы планируем 32 таких центра в стране построить. Они уже сегодня где-то строятся, где-то проектируются, где-то действуют.
И это позволит нам, в принципе, эту работу проводить качественно, экологию поднимать, ну и решать поставленные задачи. Безусловно, что это должно быть в увязке с экономикой. Это, наверное, самая сложная задача, но мы знаем, как ее решать, мы ее решим. Служба 115 достаточно молодая служба, которая сегодня проходит свое становление. Всегда считал, что это очень правильная идея для того, чтобы каждый человек мог заявить о своей проблеме, о каких-то недостатках в работе. Безусловно, мы сегодня имеем вопросы по исполнению заявок. Это связано в том числе как и с, в какой-то части отсутствием финансирования. В каких-то моментах это просто кадровая недоработка, да, недоработки на местах, но их становится меньше. Я вижу, что служба 115 будет, она будет развиваться. Мы на постоянной основе вносим изменения в регламенты работы этой службы, благодаря уже наработанной практике. И она изо дня в день, из месяца в месяц, по нашему мнению, улучшается. Я думаю, что это будет незаменимая служба, традиционная служба в стране, ну, такие как 101, 102, 103. И реагирование в перспективе на запросы граждан службы 115 не будет ничем не отличаться. 101, 102, 103 – это как бы наша мечта. Ну, чтобы ее осуществить, нужно ставить цели. Мы эти цели ставим для себя, будем в этом направлении двигаться. Порушенні правов чоловіка, повне ігнорування елементарних агульнопризнаних норм моралі знов демонструють європейські держави. Черговий смертний випадок зареєстрований на білорусько-польській межі. Тут знайдена нова ахвяра польської гостинності. Днем 26 марта текущего года на границе с Польшей в Берестовицком районе белорусские правоохранители обнаружили тело беженца. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователям с привлечением специалистов Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области проведен осмотр. У погибшего обнаружен рюкзак с личными вещами. Для установления точной причины смерти иностранца назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства случившегося будут установлены Берестовицким районным отделом Следственного комитета в ходе проверки. 22 годы позбавления воли за отбыванием покарания у поправчей колонии узмоцненного режима и штрафу по мере 100 базовых величин. Такий присуд вынесений 56-годовому жихару Мостовского района, який здійснив забойство сябра дитинства и оволодав его грошами, документами и автомобилем. Ему инкриминировано совершение убийства с особой жестокостью, сопряженное с разбоем, кража, угон и хищение личных документов. Как установлено в ходе судебного следствия, обвиняемый в июле 2022 года с целью завладения имуществом потерпевшего и его убийства нанес ему в голову, по туловищу и конечностям не менее 21 удара руками и ногами. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. В развитии событий обвиняемый похитил из квартиры потерпевшего денежные средства в сумме $2600 США и личные документы, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, после чего угнал с гаража его автомобиль. С учетом представленных гособвинителем доказательств, Гродненский областной суд постановил обвинительный приговор. По совокупности преступлений обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в сумме 3700 рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке. У Гродні закритий проїзд по вулиці Поповича від скрижування з вулицею Совєтських пограничників до нового моста, який реконструюється. На цьому участку на 20 днів спинений рух усіх видів транспорту у сувязі з укладкою асфальту. Підготовчі роботи почалися 28 сакавіка. Це необхідний етап для проведення основного – укладки верхнього слоя асфальтового покриття на чотирьохполосній дорозі. Дадені роботи повинні бути завершені 17 красавіка. С сегодняшнего дня закрыто движение на участке улицы Поповича от Советских пограничников. Там обновляется дорожное полотно. Каких-либо изменений в организации дорожного движения в будущем не предвидится. Водителям необходимо учитывать данные обстоятельства при планировании маршрутов. Возможно, необходимо выехать на несколько минут раньше, дабы не попасть в пробку. В свою очередь, госавтоинспекция внесла изменения в режим работы светофорного объекта. Отдано некоторое количество времени направлению, двигающемуся со стороны площади Декабристов. Необходимо понимать, что другие
каких-либо кардинальных изменений в режиме работы светофорного объекта в части сокращения секунд и отдачи увеличения количества времени для двигающегося транспорта в прямом направлении по улице Советских пограничников не получается, потому как пешеходам отдано и так минимальное количество времени для пересечения проезжей части улицы Поповича. Что тычется ремонту нового моста, то он на заключном этапе. Специалисты зараз заняты на всех участках переправы. До конца тыдня будовники повинны справиться с бетонованием монолитной тротуарной плиты, а с 10 красовика плануется начать асфальтование проездной частки. После новый мост пройдет выпробование на подтверждение проектных характеристик. Испыты запланировано провести у середине красовика. У связи с закрытием участка в улице Поповича от скрыжевания с улицей Советских пограничников до нового моста изменился расклад руху автобуса номер 7 Вишневец колледж экономики и керования на маршрут Вишневец площадь Декабристов, а так само рух троллейбусов номер 12 и 16. Эти змены инспекторы рают брать до уваги усім пасажирам и водителям, до яких, акрамя того, по причине ускладнення умов на дворе, гучит заклик быть пильными на дорозе и не спешаться менять зимовую гуму на летнюю. В связи с прогнозируемым изменением погодных условий госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям не торопиться со сменой зимних шин на летние, хотя и по правилам дорожного движения это делать уже разрешено. Второе, это необходимо выбирать в случае уже ухудшения погодных условий безопасную скорость движения и безопасный интервал. С оглядкой на то, как данный циклон проходил в других областях и какое он влияние оказал на дорожную обстановку, хотелось бы призвать водителя не планировать дальние поездки, по возможности отказаться от переездов междугородних. Зима, якая опановала столицу и іншие регионы Беларуси, хотя и не взяла у полон Гродно, а лишь у другой половины дня все ж таки нагадала про себе. На несколько хвилин в городе закрутилась соправдная заверуха. У ближайшие три дни по области синоптики прогнозуют так само опадки у выгляде дождю и мокрого снегу. Молодые люди подчас зачетного разговора проявляют активность и огучивают свои идеи и инициативы. Об этом поведомил первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов, удельник республиканской информационно-осветницкой размовы, якая прошла у Гродне. До масштабного диалогу с ведомыми и авторитетными особами долучается все больше навученцев и студентов. Размова белорусской молоди с громадскими деячами, историками, политологами, журналистами, лидерами меркования проходит у формате открытых дискуссий. Забороненных тем нема, и у гэтым головная каштовность таких встреч. У Гродне еще одной пляцовкой для так званой «размовы по сутности» стал Державный университет имя Янки Купалы. Со студентским активом диалог провели специальный корреспондент газеты «СБ Беларусь сегодня» Людмила Гладкая и первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов. Молодежь напрямую интересует вопросы общественно-политического развития, формирования новых политических институтов нашей страны. И, конечно, молодежь заинтересована в прямом участии в формировании будущего нашего государства. В чем это выражается? В том, что ребята обсуждают активно те или иные нормы, которые касаются непосредственно их трудоустройства. Ребят интересует, каким образом они могут внедрить свои знания в будущем, для того, чтобы максимально эффективно и себя зарекомендовать как специалисты, и в то же время быть полезным нашему обществу. И что самое главное, в ходе зачетных разговоров мы фиксируем небезразличие нашей белорусской молодежи и к международной повестке, которая касается санкционной истории, а также к активности нашего руководства в плане освоения новых экономических, политических площадок и платформ, таких как ШОС, таких как взаимодействие с странами Азии и Африканского континента. Конечно, ребята активно реагируют на последние заявления о возможности размещения тактического ядерного вооружения. Все эти вопросы мы напрямую обсуждаем с молодыми людьми, узнаем их мнение и, можно сказать, руководствуемся при принятии тех или иных решений, при донесении позиции молодых людей до уровня исполнительных органов власти. И разъясняем где-то молодым людям
по какому принципу, на что опирается государство при принятии тех или иных решений. И, конечно, такой важной платформой является наша молодежь. Информационно-просветительская акция «Зачетный разговор» уже проходит второй месяц, и хочется отметить востребованность молодежной аудитории. Ребята сами инициативно предлагают спикеров, приглашают их в различные учреждения образования. И, конечно, молодые люди, проявляя активность, дают нам уверенность в нашем будущем, то, что поколение будущих белорусов, тем ребятам, которым строить и развивать наше государство, оно сознательное, оно понимает, в каком непростом мире мы живем и хочет трудиться на благо развития и процветания нашей Беларуси. Информационно-осветницкий проект «Зачетный разговор» складается с цикла встреч молодых лидеров меркования с метовой аудиторией, студентами ВНУ и навученцами колледжев. Главная задача – не только проинформовать молодь о бегучем громадско-политичном становище Украине, але и отримать зворотную совесть. Современная молодежь черпает очень много информации о том, что происходит в мире, в стране, с различных интернет-источников. И хорошо, когда эти интернет-источники действительно качественные, и там молодые люди могут получить достойную информацию, которая отражает действительный ход вещей, которая сформирует адекватный образ мышления у молодого человека. Но, к сожалению, это не всегда так, и поэтому такие вот встречи, как, например, тот же проект «Зачетный разговор», позволяет молодежи обсудить важные вопросы с государственными деятелями, журналистами, обсудить вопросы с управленцами нашей страны, тем самым получить ясную картину того, что происходит и как оно происходит, чтобы в дальнейшем защитить нашу молодежь от негативного влияния. Гродзенская область примает удельников заключного этапа республиканских олимпиад по информатике и математике. Навученцев 8-11 классов из всей Беларуси. Самая шматлика команда у математиков – 160 человек. Выпробования по этому предмете проходят у Слоніме. У ведах по информатике споборничают 120 человек. Базой проведения туров по этой дисциплине обраны технопарк Гродзенского университета имя Янки Купалы, где напередодні основных испытов прошли их пробы. Я считаю, что олимпиада в информатике – это перспективное направление. Хочу создать свою жизнь программированием. Себя на олимпиаде чувствую уверенно, надеюсь, у меня все получится. Для новичка эти задачи могут показаться трудными, однако бывалые пираты, можно сказать, эти задачи видят уже не в первый раз. Они были точно такими же и в прошлом году, и в позапрошлом, поэтому мы приходим, вспоминаем азы и уже идем на основной тур с уверенностью, что все будет хорошо. На эту олимпиаду я попала уже во второй раз. Я прохожу заключительный этап, и у меня есть сейчас цель, ну, взять диплом, чтобы потом поступить без экзаменов в какой-нибудь белорусский вуз. Я планирую поступать в ГУБУ. Подчас проведения республиканской олимпиады на особливом контроле традиционно питание информационной безопасности. Материалы доставляются фельдъегерской службой, на месте они опечатываются и заховываются у сейфе. Конверты с заданиями открывают только под час испытов, их ровно столько, сколько удельников олимпиады. После выполнения каждого тура бланки сканируются и отправляются у Республиканский институт контролю ведов. Такий подход цалком выключает возможность унести правки третьими особами. Более 200 учащихся школ Гродненской области выехали во все уголки Республики Беларусь для участия в турах республиканской олимпиады по образовательным предметам. Мы желаем всем успешного выступления. Гродненщина принимает ребят со всей страны для участия в олимпиадах по математике в городе Слоніме и по информатике в городе Гродно. В Гродно турнир по информатике базируется на площадях технопарка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Здесь созданы прекрасные условия для проведения турнира по информатике. Максимальная прозрачность, максимально обеспечены равные условия для участия. И это очень важно, потому что олимпиада является одной из ступенек вступительной кампании для 11-классников. Победа
в этом турнире, и даже призовое место в этом турнире становится залогом гарантированного поступления в высшее учебное заведение. Поэтому эксперты со всей республики будут являться членами жюри по информатике, будут следить за проведением, прозрачностью, справедливостью на каждом этапе, проверять работы участников. Для участников Олимпиады предусмотрена культурная программа. Ребята увидят наш прекрасный город Гродно. Я уверен, что останутся только самые добрые впечатления. Олимпиада проходит в конструктивном ключе. Мы уже видим настроение ребят, настроение педагогов. Додадим, что заключный этап республиканских олимпиад по математике и информатике продолжится тыдень, у час школьных весенних каникулов. Основные испыты – завторка по четвер, а у пятницу 31 соковика подведут выники и назовут имены переможцев. На этом выпуск завершены. Я развитываюся с вами. Усяго доброго. Сераду 29 соковика у Гродні чакаецца воблачнае надвор'е без ападкаў. Раніцай слупок термометра пакажа каля 2 градусаў марозу, днём да плюс 4, а вечарам да мінус 1 градуса. Вецер паўночна-заходні 4-6 метраў за секунду. Атмасферны ціск 752 міліметры ртутнага слупка. Вільготнасць паветра каля 65% раніцай, 52% днём і 60% вечарам. З улікам усіх метэаралагічных дадзеных, адчуваемая тэмпература паветра на працягу дня будзе вагацца ад мінус 8 да 0 градусаў. У районных центрах 29 соковика надвор'е будзе наступным. У Вялікай Бераставіцы, Свіслачы і Дзятлаве каля 2 градусаў марозу раніцай, да плюс 3 днём і да 0 вечарам. Воблачна, без ападкаў. Вецер паўночна-заходні 4-6 метраў за секунду. У Ваўкавыску і Зельве прагназуецца каля 2 градусаў марозу раніцай, да плюс 2 днём і да плюс 1 вечарам. Воблачна, без ападкаў. Вецер паўночна-заходні 4-6 метраў за секунду. У Слоніме, Лідзе і Карэлічах сіноптыкі абяцаюць каля 2 градусаў марозу раніцай, да плюс 1 днём і да 0 вечарам. Воблачна, без ападкаў. Вецер паўночна-заходні, хуткасць 4-6 метраў за секунду. У мастах і Шчучыне сіноптыкі абяцаюць каля 2 градусаў марозу раніцай, да плюс 2 паветра прагрэецца днём і да 0 будзе вечарам. Воблачна, без ападкаў. Вецер паўночна-заходні 4-6 метраў за секунду. У Іўе будзе каля 1 градуса марозу раніцай, да плюс 1 днём і да 0 вечарам. Пахмурна, без ападкаў. Вецер паўночна-заходні, яго хуткасць 4-6 метраў за секунду. У Ворнаве термометры пакажуць каля 2 градусаў марозу раніцай, да плюс 1 днём і да мінус 1 вечарам. Воблачна, без ападкаў. Вецер паўночна-заходні 4-6 метраў за секунду. У Астраўцы, Ашмянах і Смаргоні будзе каля 2 градусаў марозу раніцай, каля 0 днём і да мінус 1 вечарам. Пахмурна, невялікі снег, вецер паўночна-заходні 4-6 метраў за секунду. У Навагрудку чакаецца каля 3 градусаў марозу раніцай, да 0 днём і да мінус 1 вечарам. Пахмурна, без ападкаў. Вецер паўночна-заходні 4-6 метраў за секунду. Па месяцовым календары малады месяц, а дакладней 29 сакавіка у 9 гадзін 26 хвілін пачнецца 9-й дзень месяцовага цыклу.
Серада будет довольно складанной, можно сказать, критичной. Максимы подман, иллюзии, расчарование. Несприяльный час для сносин с коллегами по праце. Вероятность конфликта довольно высокая. Однако необлага будет стрыматься и не выказать негативу. Конфронтации не принесут корысти ни в одному из боков. Час лепш присвятить вырашению давно распочатых справ. До того ж день сприяльный для подорожжа, командировок и переезду на иншее место жыхарства. Сакавіка по народным календары воза ў дзень. Увесь сакавік, як раней казалі, сані з калёсамі сварацца. Але пад канец месяца вясна ўсё больш праяўляла сябе. Снег паступова сыходзіў, і напрыканцы сакавіка звычайна можна было перасесці з саней ў воз. Назіралі за надвор'ем, лічылася, што калі ў гэты дзень цёпла, то і красавік з маем будуць цёплымі. По православным календары 29 сакавіка імяніны у Александра, Дзяніса, Івана, Паўла, Рамана і Трафіма. У каталікоў дзень анёла адзначаць Сцяпан, Кірыла, Марк і Віктар.